Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы, всадники Олуха. Так, водорез рыбы нам принес. Давай-ка дальше идеющий. Так, тут у нас бревна. Здесь, ух ты, какую-то сумку нашли. Непонятную. Так, древоруб. Давай-ка лети за древесиной. Ну, что беззубик ты нам нашел? Просто 30 тысяч рыбы. Нет, чтобы дать мне шлем. Нет, зачем? Даст мне рыбы по минималке. Конечно же. Она мне так нужна прям. Так, морозильник. Пойдем попробуем найти морозильник, а? Бесплатно. А вдруг, вдруг получится. Так, а здесь у нас кто созрел? Нюхохват. Ладно, разместить его. Но мы разместим его в ангаре. Я не собираюсь его выставлять здесь, чтобы он мне тут место занимал. Жутик. Жутик прокачался. Так, буйволорд. Давай за рыбой. Крылатый ужас тоже полетит за рыбой у меня. Так, ты не то. Так, подожди, мне знаешь, что нужно? Мне нужно посмотреть. Мы же вроде бы как должны левел поднять, или я ошибаюсь? Ну-ка. Так, и нужно 73 миллиона. Да блин. С рыбой проблема, ладно. Сейчас попробуем это дело исправить. Кто у нас тут самый такой рыбный? Вот. Рыбный рыбачок, он мне принес нормально рыбы. Блин. А, так все, все, ребята, 112 уровень. Так, секунду. Блин, подожди секундочку. Сейчас мы глянем, что у нас тут. Обменять. Давай заберем так и так. И что я хотел? Я хотел, друзья мои, прокачать. Улучшить. Да иди ты. Так, а что у нас тут? Великая кузня. Она, ребята, начала у нас прокачиваться. Ну ладно, пускай прокачивается. То есть пока великая кузня у нас не прокачается, я не смогу прокачать наше основное здание, получается, да? Ладно, допустим. Так, здесь отправляем за рыбой. Что у нас еще есть? Ага, вот у нас тут ребятушки жаждят прокачаться. Так, ты у нас тоже, да? Давай вперед из песней. Так, а этот, этот у меня пойдет в титаны-то или нет? Да ну какой там в титаны ему? Какой ему в титаны? Слабак, слабак. Так, а ты пойдешь у меня за рыбой. Ну что ты тут высматриваешь, а? Что ты высматриваешь здесь? Прям в экран лезет. Не успокоится никак. Так, где у нас еще там? Вот. А Болтус принес мне листочек и тусклый янтарь. Так, мы его тоже отправляем на поиски. Ты за рыбой плетишь. Ты меня тоже плетишь за рыбой. Ты тоже за рыбой. Так, а ты у меня плетишь за древесиной. И этот за рыбой полетит. Ну что, где у нас тут еще самый здоровый-то? Вот он. Самый здоровый принес нам ерунду. Так, обмен янтаря. Дай-ка я гляну, что у нас тут есть. Подожди. Это мне не надо. Мне нужен пак. Что вы тут делаете-то на самом деле? Монетки Одина. Громыль, шипорез, древоруб. Ну и капелька ресурсов. Так, рекламу я смотреть не буду, потому что может, ребята, улететь игра, и я фиг в нее зайду, и так еле зашел. Так, что же нам... Слушай, ну в принципе этого-то можно отправить за древесиной. Ой, за древесиной, ё-моё. За железом. Тем более железа у нас мало стало. Так, с этим я еще не разобрался. Угу, тут мы получили яйцо. Так, рыбий ног. Лети бесплатно. Барсик, иди как валки. Кривоклык, у тебя там что... У тебя яйцо. Не обращай внимания и лети дальше. Так, и Грамгильда.
криво. Клыка крив. Вот так вот мы сделали. Здесь у нас бесплатный, точнее уже созревший пак. Громобой, лаворык, шторморез, вострозуб. Следующий идет на открытие. Так, сезонный абонемент. Забираем наши награды здесь. Так, чуть-чуть... А, нет, хватит, хватит. И вот здесь еще события у нас. 150. Ух. Итого 3 награды. Смотрим. Так, зубочистки Одина. Дальше идет у нас загадочный пак. Шторморез, древоруб, шепот смерти. Скудненько, конечно, они меня тут порадовали. Подожди, подожди, у нас еще должна быть награда. Ага, вот они, 500. 500 зубочисток Одина. Итого у нас 1575. Маловато будет, маловато. Ну что, вроде бы здесь разобрались мы с нашими делами. Тыкс, и не хватило, да? А сколько у нас будет прокачиваться? 7 часов 56 минут. Ага, 8 часов, грубо говоря, да, будет идти прокачка. Ну-ка. Да, конечно, ага. Держи карман, Шерри. Так он тебе и пошел в титаны. Лети. Да это то же самое. Хвостояр. А, нет, ребят, он попал. Он попал. Хе-хе-хе. Инферн. Ну что, Инферн? Прокачиваться будешь дальше у меня. Так, это у нас нюхохват. Пускай летит. Так, с этими разобрались. Где-то у меня... Так, подожди, что тут? Что-то тут всякого-всякого много. Это мне, наверное, не надо. Это я не хочу. Нет, это большое спасибо. Так, у нас есть... Да, ребят, у нас есть событие, происшествие, парящий сюрприз. Вот это, пожалуй, мы сегодня и будем проходить. Он у нас... он у нас солидный. Он у нас долгоиграющий. Ну что, я поехал. Я поехал. Ну, давай, давай, давай. Кто тут у нас? Угу, ужасное чудовище плюс... так, подожди, кого бомбить-то? Наверное, наверное, вот этого в первую очередь. Так, змеевика. Ну, попозже, наверное, будем, да? Ну что ты там собрался делать? Бомбить он собрался. Он, кстати, усилился. У нас здесь две волны, кстати. Прошу не забывать об этом. Хорошо влупил. Но я думаю, ему кранты. Так, вторая волна, и тут у нас... А, их уже трое здесь. Так, морозяка бомбит. Давай, наверное, хильнемся. Добьем вот этого. А дальше по старой схеме. Начинаем с ужасного чудовища. Блин, а этот уже укрепился, а? Ладно, все равно плевать. Будем бомбить этого. Даже вот так сделаем. И добивка. Ну что, змеевик, настал тот час. О-ху-ху-ху. Да ты еще и промахиваешься. Это ж просто шикарно. Все, победа. Крутим колесо и достаем оттуда древесину. 37,5 миллионов. Мало, конечно. Вообще мало. Забираем 600 тусклого янтаря. И у нас будет раз, два. Два поединка проходящих. А дойдем мы, как всегда, до 1500 тусклого янтаря. Ну, это стандарт. И, походу, здесь нам придется три раза бомбиться. А событие у нас, по-моему, всего лишь 3 дня осталось до закрытия. Успеем ли? Не знаю. Попробовать постараться можно, но... Так, тихо, подожди, у нас тут... Ёлки-палки, ты-то откуда здесь вылез-то? Ай-яй-яй. Ребят, сейчас будет наказание. 3 энергии, сейчас будет... Я-то думал, он сейчас будет лупить своим огнем, а он не стал. Ну, тогда извиняй.
Так, громобой. Это у нас обычный, да? Слабенький, который идет. И добивка. Вторая волна. Здесь... Угу. Ну, начнем с... шепота, я думаю, смерти, да? Лже-шепот. На тебе. Не получилось. Ну. Так, я думаю, что, наверное, надо вот этого бомбить. Сейчас через отхил уничтожим второго. В принципе, это тоже уже не жилец. Что он тут будет делать? Тьфу. До свидания. Здесь нам выпадает... О, прилив сил. Спасибо. Прилив сил это... Это хорошо всегда. Так, ну мы двигаемся дальше. У нас тут проходящий поединок, после которого получим пак в... пак вождя, хотел сказать. Просто пак загадочный. Так, а что он здесь один, а? Крылатый ужас. Что он тут забыл? Да это все фигня. Это все ерунда, что он там вытворяет. Нормально так кританули. Так, два ужасных чудовища. Вот это, конечно, плохо. Ну, давай с этого, наверное, начну. А, сейчас будут нас тут бомбить. Это, наверное, усиление будет вешать, да? Нет. Он ничего не стал вешать на себе. Блин, а вот это плохо. Ладно, я лупану сюда. Сейчас через отхил. Вот так вот. Ну правильно, пониженная... О, он мне и атаку понизил, еще и броню понизил. Слушай, это серьезная заявочка. Так, добиваем. Теперь сюда. Надо с этим быстренько разобраться. Кусаем. Блин, я думал, добьем. Вот и все. Ну, опять выпадает нам рыба. Опять очень мало. Ну что, забираем загадочный. Так, он сразу к нам на почту летит. Ну да, я тебе говорю, вот здесь поединок, и здесь. И мы получаем 1500 тусклого инвентаря, в принципе, и все. А уже продолжение будет в следующей серии. Так, он здесь опять один. Дымодышащий, что тебе здесь надо, а? Ну-ка. Влупим. И добьем. Ой-ой-ой. Блин. Ну, надо вот этого, наверное, разбирать в первую-то очередь. Скалотряса. Так, спасибо, что промахнулся. Вот это не надо. Кого сейчас Барсика будет жевать? А, нет, смотри-ка. Я ошибся. Я думал, Барсика будет бомбить. Давай через хил уничтожаем. Твою налево заморозил, замедлил и броню еще понизил. Молодец, красавчик. Все невзгоды, да, как говорится. Три в одном. Ну тут хотя бы он промахнулся. Да вообще атака ни о чем. Вот и все, нормально. Да что, опять рыба? Ну конечно, конечно, по мизеру. Ай, бестолковые. Дают мне по мизеру рыбу. Зачем? Вот зачем мне, а? Лучше бы мне дали какой-нибудь, я не знаю, пак загадочный. И то было бы выгоднее, чем вот это вот, что они мне подсовывают. Подачку, так сказать, дают. А тут смотри, когда дымодышащий. О, два. Ну-ка. Блин, надо было с того начинать. Тот-то у нас имеет классовую слабость. На тебе. Так, я думаю, Барсикова уничтожат. Конечно, уничтожит. Если выживет. Е. Yeah. Так, ну что, пугало огородное, давай с тобой теперь разберемся. Так, и добиваем. Вторая волна. Смотрим, кто у нас тут. Блин, этот гром или что-то мне не нравится. Поехали. Так, хилочку. Что он будет делать? Понижает броню, как всегда. Барсик у меня как этот, груш для битья. Это сейчас добьет его.
Ясен перец. Ясен перец, друзья мои. Так, сейчас вот с этим разберемся тогда уж. А потом Громля добьем. Бамс. До свидания. Так, ну что, фаербол запустишь, да? Ну, конечно же запустит фаербол, но это ерунда. 75 миллионов рыбы тут получили. Тоже очень мало, но лучше, чем 35. Ну что, забираем наши 1500 тусклого янтаря. Забрали. Так, здесь у нас пак загадочный. Так, Громль, Древоруб, Кревет. Это мы все забрали. Так, железо я тоже заберу. Нечего ему тут валяться. Без дела. Так, ну что тут еще-то? А, наверное, друзья, и все. Тут больше нам... больше нам, так сказать, делать здесь и нечего. Да ладно, наконец-то! Наконец-то он становится титаном. Он даже, по-моему, цвет поменял. Он стал теперь фиолетовый какой-то. А был зеленоватый. Ну-ка. Оп, отлично. Ну что, дорогие друзья, на этом сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!